Друзья, всем привет! Рады приветствовать вас на нашем канале YouTube. Сегодня у нас на обзор трехкомнатной квартиры по адресу Седова, 67. Это ЖК «Жемчужина». Квартира предлагается в аренду. Квартира, так же, как и практически все наши квартиры, оборудованы полностью всем необходимым, вплоть до утюгов, гладильных досок и сушильных досок. Поэтому вам только захватить с собой тапочки и заезжать. Ну, начнем с зала. Зал у нас совмещенный, как можете обратить внимание, с барной стойкой. Таким интересным поворотным экраном, то есть можно его поворачивать, как удобно, например, ваша хозяйка, ваша супруга готовит, может раз так перевернуть себе и посмотреть. Вот таким образом это все делается. Далее, здесь электрический полы с подогревом, то есть все регулируется, все включается. Полный комплект мебели и техники. Обратите внимание, что это все хороших брендов, то есть это Bosch. Далее, большая посудомоечная машина на 60 сантиметров, то есть на всю семью определенно хватит. Обустроенная лоджия. Кстати, во многих квартирах, в принципе, люди на лоджию почему-то не обращают внимания, никак ее не используют, грамотно ее пространство. Здесь, обратите внимание, выложен аккуратный такой ковролин. Здесь есть вот такое интересное освещение. Включается, вам не видно. И вот такой интересный стеллаж под какие-то вещи, которые обычно лежат здесь на балконе, непонятно как. Окна, все окна, за исключением спальни, выходят во двор. Здесь такая детская площадка, она достаточно небольшая, но функциональная. Еще прямо за вот этим домом очень хорошая детская площадка. Самый главный плюс этого жилого комплекса – это то, что он находится очень близко к центру. Можете обратить внимание, там находится МТЦ «Новый», там находится у нас X-Fit, супермаркеты, кинотеатры и так далее. Вот. И здесь же у нас во дворе есть еще один супермаркет. И до модного квартала, то есть до самого центра города, здесь буквально 10 минут пешком. Либо 3-4 минутки на машине. Вот. Также еще один главный плюс этой квартиры, это то, что, вот, обратите внимание, здесь это заезд под подземную парковку. Она здесь очень большая, и поэтому даже зимой иногда у нас получается для жителей этого ЖК подобрать парковочное место, удобное на аренду. Вот. Идем дальше. Так выглядит у нас зал. Диван раскладывается, очень большой. Дальше давайте сразу прихожую покажу. Прихожей у нас вот такая гардеробная, очень функциональная. То есть пришли, повешали сюда свою верхнюю одежду. То есть можно сюда обувь также все поставить. И можно поставить ее сушиться, так как здесь также идет полы электрические с подогревом. Далее. Комнаты у нас полностью изолированы, то есть это первая детская комната, то есть в принципе можно обсуждать по комплектации той мебели, которая вам нужна. При условии долгосрочности аренды мы всегда к людям стараемся прислушать и решить их вопросы. Вот. Так вот это все выглядит. Идем далее. Здесь у нас такой тоже вместительный шкаф. Обратите внимание, насколько он глубокий и очень удобный. Верхние полки, плюс что-то еще наверх можно даже засунуть. Он не до потолка. Далее, санузел у нас раздельный. Здесь идет хорошая ванна. Далее идет санузел. Санузел, в смысле, комната с унитазом. И попадаем в спальню. Спальня вот с таким интересным освещением. Обратите внимание, как это сделано. То есть, ну, действительно очень круто, на мой взгляд, вот это сделано. И в нее попадаешь, прям здесь приятно находиться. А на полу качественный ламинат. Он не трещит, не скрипит. По нему действительно приятно ходить, и он не скользит. А здесь окна у нас выходят на академический мост. Ну, то есть вы представляете, какой здесь обалденный будет вид, с учетом того, что закат как раз, вот солнце сейчас высоко, практически полдень у нас. Вот, что у нас будет вон там? То есть вы как раз будете наблюдать практически закат, но не сам весь, ну, там буквально за там полчаса как раз солнце будет где-то здесь, наверное, за час проходить. Вот это все очень красиво у нас, вот этот мост подсвечивается.
Вон там, кстати, у нас это торговый центр «Комсомол», там находятся гипермаркеты такие и куча-куча тоже всяких разных магазинов. То есть вот этот район у нас традиционно является районом повышенного спроса, потому что он удовлетворяет большему количеству запросу людей. Вот, так что звоните, пишите, будем рады показать вам эту квартиру и все подробно про нее рассказать. Спасибо.